Добрый день. Находимся сейчас мы в Салово. Вот хотим показать, я считаю, самый дешевый магазин относительно всего. Он называется «Альтампа». Сейчас покажем ассортименты все. О, самые вкусные батоны. Да. Самые обалденные батоны по 45 центов. Возьмем горячие, а? Горячие батоны. Центов обалденные. Может, тут катаются. Есть тут эти консервы наши. А где масло оливковое? 5,40 это не оливка, оливковый наверху. Вот, оливка, вот. Вот, 4,20. 5,24 литровая. 5,24 литровая, другой красный. Рабанелли. Здорово. Насчет масла самое относительное. Ну вот вообще, оливковое. Да, 2,98. 2,98, вообще халява. Да вот еще дешевле. 2,49 оливковое. Самое вот оливковое масло мы тут будем сами затариваться. Домой. Вот магазин самый-самый относительный. Тут пиво чуть, правда, подороже. Ну, бывает и дешевле. А где же этот наш, который? Нет, паштета. Рубль 65 и как паста. Это наш горячий. Супы 0,55. Быстрое приготовление 1,06. 1. Что с спичками? Вот эти вот консервы. Консервы. 95 центов. Вот, вот такие мы взяли, но что-то не очень. Да. Так и не платят. Кальмары. Как смит для меня, честно. Ну да. Вот, наверное. А, ну такие мы тоже брали в этом в томате. Оливки. Рубль 29, рубль 60. И что это такое? Вообще не помню. Парабус. 70. Алтарь, парус. Но огурцы у них кислые, а вон оливки есть. 65 центов, 69. 65 центов. А вот 65 банков. 195 грамм. 65 банков. 65, 64 он унесет. Да. Сыр. Вот такой 91. Вот такой вот сырок. Сколько у него? У меня 800 грамм. 820. Ну вот такой не пробовали, а хочется попробовать. Мне кажется, будет обалденно. Мы пробуем вот эти вот маздамы. Берем вот эту вот маздам, такую. Голландцы, говорю, надо взять попробовать. Ну, вот эти вот мы берем, темные, которые уже долго, ага. Много. Лежали месяца. Тут много, да. 5,25 полкило. 5,59 полкило. Вот эти твердые сыры, вот эти тоже обалденные, по вкусу. Подешевле, на вес поменьше. Вес поменьше. 330 грамм. 330 грамм, 338. Вот сколько килограмм на три раза. 850 рублей. Зато тут действительно сыр, который ты ешь. Идем по алкоголю.
Молоко 89. Да. Вино. Рубль 69, 3,84, рубль 89. Вот в пачках вот этих. Чуть подорожало. А, нет, вон оно мы брали. 79. 79 центов литр. Белое, красное. Взять что-то сразу, пока мы тут. 79 центов. 80. Ой, какой. 60 рублей литр. Хорошо. Шампанское. 65. В баклажках. Люди не пройдут. Где там пиво-то? Маленькие 54. Маленькие 54, да. 64. Маленькие. 63. Ну тут дорого. Очень, если мы большие берем по 39. Большие это, где-то вот. Раньше с этой стороны были. Вот. А вот 44. Голландское пиво. Так я возьму баночку для разнообразия. Вот 44 цента. Это сколько получается? Ну, 30. Ну, 30 рублей. 30 рублей на наши деньги. 0,5 голландское пиво. 4,7 оборота. Светлое пиво. Вот оно. Позасветился. Голландское. Почему-то не все голландское. Своего надо. Пускай это не замуж. Только вот это. Самых выйдет. Там в этих пачках сразу 2,16 упаковка, 2,35 упаковка, 2,73. Вот такая очередь. Груша руб 49. 39 это. Во, хамон. Вот это вот да. Хамон. О, хамон. Сразу же. Ножку. С ножом. Она видит. Цена. Нету. Ну нету, но тут сразу в комплекте нож, нож такой круглый. Открытый такой хамон внизу. Такая нога. Нет, у них вот ценник. Ценник, наверное, был. Вот, что-то 9,5. Что-то 9,5. Чуть дешево тогда выходит. Нет, не может быть, конечно. Колбасы такие, с плесенью. С плесенью. Нам что-то 23. Не очень понравилось. Рубль 49. Что-то не вкусно. Рубль. Мясные нарезки сразу. Куриное мясо, баранина, свинина. Выбираете сразу же. Все уже колбасы. Только же это шашлычки. Говорю, очень удобно магазин, говорю. О, зато в том году мы кролика искали, по-моему. Да, нет, мы искали. 6,55. А, нет, в том году мы покупали кролика. Мы рульку свиной не могли в том году найти. Это что это? Ну, вот она и копченая. Нет, но это уже ешь, так хамон. Ну да. 2,65. 800 грамм, вот. Взять. А ты нож с собой взяла? Не знаю, может и бежит. Давай, возьми. Куры готовые, 5,99. Мы когда жили в другом отеле, у нас была микроволновка с собой. Вот постоянно брали пиццу здесь. Цены нормальные. Вот эти какие-то вкусные все эти фиговины.
пицца 2.64, 2.21, 2.50, рубль 79, он какая-то пицца. Вот. Нарезочка, вот это, наверное, хороший хамон, дорогой. Вот хамон нарезанный, 7.99. Хамон тут нарезок, он. Вот в том году мы вот эти по рублю брали. Ну да. Но мы и в этом их брали. У нас закончился, да? Ага. Давай возьмем. Они есть 100-граммовые. Такие же. Тоже. Не знаю, вот 90-граммовый, рук 29. Вань, сейчас он колбас. Какой нормальный колбас. Сколько? Рук 59. Грамм. Рук 59. Вот. А вот по еврику что-то закончилось. 85 грамм. Вот 100-граммовые. Это как ветчина. Евро. Колбасы 75 центов, 200 грамм. Это с оливками, что ли, зелеными. Разобрали 75 граммов. Вот вина. А, это сангрия. 4,90. С этими наворотиками. Здесь уже шляпками. Так что вы так приходите в этот магазин, самый наш любимый, самый, говорю, постоянно в него. Как найти его, если кто напишу, спрашивайте, отвечу в личку.